Начало трека. Вольт. 3,2 пробег. О, кстати, надо записать, какая будет длина у этого трека. Мне интересно, трекер. А, тут не работает интернет. Прикольно записал. Давайте, может, работает. Все висит. Ориентироваться на спидометр. В общем, 3,2 километра начала. А, можно сфоткать. Какое-то видео длинное получается. Хотел покороче записать, видимо, не получится. И пошла основная линия. Завалено, проходило там.
устроить зарубу, кто проедет этот трек быстрее на время. Мне кажется, интересно будет посмотреть на результаты. Хотя я сейчас еду, вообще не тороплюсь, не на время, так просто, чтобы проехать. Но тут еще лайт идет, вот дальше будет жесткое ковырялово с большими бревнами. Одно бревнышко и сразу налево тройные. Одной ногой большое бревнышко, отличный участок, и прямо налево через диагональное. Можно было прямо по этому бревну. Так.